Итак, здравствуйте, все, кто смотрит данный видеоролик. Транслирует курорт Ялта. Весна идет. Весне, как мы помним, говорится, дорогу. Вот несколько кустиков подряд зацвели. Двигаемся по тротуару вдоль улицы Гоголя. И хотим всех поздравить с первым понедельником марта, с первым понедельником весны, с первым понедельником недели. Наконец пришла весна. Значит, улица Гоголя идет параллельно бульвару Пушкина. Вот как раз сейчас мы проходим за памятником Александру Сергеевичу и его пушкинской беседкой. Для тех, кто не знает, кто будет приезжать в этом году и в последующие года в Ялту, чтобы примерно ориентировались по улицам. Мы идем от Спартака в сторону набережной. Свернули с Пушкинского бульвара на сквер Калинина. Пройдем с вами под новой арочкой. И вышли к набережной. Погода, как видите, у нас сейчас пасмурная. Девочкам, кто будут смотреть этот видеоролик, вот здесь капусту декоративную убрали уже. На феврале пострадала от непогоды. Памятник господину Краснову. Это главный архитектор Ялты. По-моему, в 26 лет он стал главным архитектором Ялты.
Ну, после того, как пришла власть большевиков, он вынужден был покинуть Крым, Ялту, Россию и умер на чужбине. То ли в Сербии, то ли в Италии. То ли в Черногории. Все мы знаем, а кто не знает, господин Краснов построил много в Ялте значимых объектов, дворцов и на южном берегу Крыма, не только в Ялте. Проектировал улицы, квартала, даже, по-моему, водопровод с канализацией. Итак, сегодня у нас 1 марта. 1 марта 2021 года. Вот это вся моя зарплата. Сейчас мы дойдем до нашего перекрестка. Улица Морская и набережная. Если работает рекламная бегущая строка, посмотрим нашу с вами сегодняшнюю температуру на южном берегу Крыма. Многие террасы делают реконструкцию, перестраиваются, обновляются, так же, как и магазины. Вилла София стоит закрытая. Антон Павлович и его дама с собачкой. Ну, что еще сказать? На всякий случай напомним, что мы двигались от Спартака, примерно от улицы Красноармейской, примерно от Пионерского парка. Чуть ниже начал снимать для тех, кто приедет на курорт этим летом и будет снимать в районе Спартака жилье. Вот по этим улицам и тротуарам вы подойдете к набережной. Подойдете к часовне внизу, спуститесь на нижнюю набережную, и будут кассы на прогулочные пароходики и катера продавать билеты. Так, у нас не работает наша бегущая строка. В общем, внизу продают билеты на экскурсии «Ласточкино гнездо», «Грот Шаляпина», Скара Адалары, Гурзуф. А мы с вами свернули на улицу Морская. Всем говорим спасибо за просмотр. За лайки, комментарии, подписку. До новых встреч в эфире.